Відкрита трибуна. Чи є у вас теплолічильник і чи допомагає він вам економити? Лічильники є. Ну, так як оплата, тарифи дуже високі, то воно не дуже допомагає. Ні, у нас стоїть автономна система отоплення, так що в цьому немає необхідності. Да, у меня есть счетчик, и здесь такая двоякая ситуация. Первое, это если есть субсидия, то в этом случае счетчик не помогает, потому что происходит перерасчет. Если у вас нет субсидий и вы оплачиваете тепло только по счетчику, то это большой плюс, это экономия. Значит, теплосчетчик у нас стоит домовой. Но я считаю, что он мало помогает. Ну, может, мы не с чем сравнить, потому что цены все время растут. И тогда, когда нам его устанавливали, вроде бы первые месяцы было чуть-чуть ниже. Ну, а сейчас, вот не знаю, начнется отопительный сезон, то, наверное, хорошего мало ждать. У меня дома теплолечильника нет, и я не хочу, чтобы он был на общем доме. Теплолечильник не нужен. Почему? Потому что это будет ваш дом превратиться в проходной двор, когда будут все говорить, что у вас тепло, а вы будете говорить, что холодно. Есть, значит, счетчик на отопление по сравнению с соседями, с друзьями, которые живут по соседству, намного дешевле выходит оплата, чем у них. Не, на сегодня тепловых счетчиков у нас не было, но в этом году нам устанавливают тепловые счетчики. Поэтому я надеюсь, что они сделают большую пользу, так как в тех, кого они стоят, экономия приличная. По сути, процентов на 40-50 люди меньше платят. Відкрита трибуна.